Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы, Всадники и Олуха. Так, давай заберем ресурсы. Сразу же, наверное, их будем отправлять. Так, ты у нас парень, что тут? Тебе нужна древесина. Древесины у меня пока для тебя нету. Но это пока. Сейчас немножко накопим, я думаю. Так, этого за рыбой отправляем, этого за древесиной, этого тоже за древесиной и этого тоже за древесиной. Вот они уже там по 25 миллионов, ну, практически добыли. Даже тут у нас... Чемпион холостарез. Так, вперед за рыбой. Вперед, парень, за рыбой. Так, у нас рыбы маловато все равно, да? Так, ты у нас добываешь за древесину. Древесины у меня пока, к сожалению, для тебя нету. Нету тех объемов, которые нужны. Так, этот пускай идет тренируется. А мы с тобой глянем, знаешь что? Мы с тобой глянем наших великолепных... Так, ну, во-первых, этих охламонов давай отправлять на задание. Нечего им тут лес точить. Да что ж такие лаги-то, а? Блин, офигеть лагает, ребят. Я вообще не понимаю, почему с мобильными играми такая фигня происходит. Я, конечно, все понимаю, там на эмуляторе, блин, но... Блин, ребят, ну да, было обновление. Сегодня причем было обновление, поэтому вот приходится теперь в каждое задание залазить, вот такая вот фигня будет. И то же самое будет, наверное, когда мы с тобой пойдем получать награды. Ладно, придется тут чуть-чуть, во, прогрузилось быстро. А может быть, кстати, из-за этого тоже лагает, что не до конца прогрузилось. Ну, может быть, ребят. Так, давай сюда. Опоздать. Пускай он там опаздывает, куда ему надо. Так, ты-то что тут такой довольный, уникальный? Так, эксклюзивный прихвостень. Нифига прихвостень там просит. Нету у меня для тебя столько рыбы, парень. Нету. Игра, ну хватит лагать, ну прогрузись ты уже-то в конце-то концов. Ну что ты вот начинаешь, блин, я не понимаю, блин. Иди, тренируйся. Причем на этой карте, вы мне сказали, конечно, что убрать вот эти все украшения надо. Тогда типа будет нормально. Понимаешь, на мобильнике, она у меня на мобильнике идет лучше, чем здесь. Такое ощущение, как будто тут супер-пупер графон в этой игре, знаешь, такой. Я понимаю, что сам эмулятор дофига жрет, но не настолько же, блин, что прям вот вообще такие фризы, блин. Так, а, этот у нас уровень получил. Давай-ка мы его, наверное, отправим за железом. Так, этого за древесиной. Так, что у нас тут? 120 тусклого янтаря. Блин, меня прям раздражает, какие фризы выдает игра, а? Интересно, что мы тут с собой получим? Наверное, скользкопево, как всегда. Вот чует мое сердце. Так, а это что у нас? А что это за яйцо? Я что-то не помню. Это, ребятушки, ночная жуть. Ну, как ты видишь, он у нас есть. Ночная жуть, пускай летит в ангар. Там тусуется. Да, жаль, конечно, хотелось бы что-нибудь новенькое. Новенькое, оно всегда, ребята, приятно, согласись. Так, у нас до конца сезона, друзья мои, осталось-то мало времени. По-моему, 15 часов, если я не путаю ничего. Сейчас мы глянем, кстати, я здесь еще награды не взял. За ежедневки. Так, забрали. Так, по событиям, ребята. У нас новое событие сейчас, по-моему, доступно. Еще одно. Вот оно. Но угроза бух и бах. Что-то я давно такого не помню. А здесь, да, ребят, 15 часов. И нам как бы нужно... О, сейчас придется опять подождать. До завершения этой серии испытаний осталось менее 24 часов. Ну вот я об этом и говорю, что времени осталось мало. Поэтому нам надо как-то... Как-то ускориться, что ли. Но ты не забывай, что здесь нужно проходить не 5, по-моему, а 7 боев.
Мне максимум дают 4. То есть еще 3 придется покупать за руны. Ну, если мы хотим, конечно, его сегодня пройти. А я хочу его пройти. Не знаю, получится у меня или нет. Опять, друзья мои, 3 волны. Ну, давай, наверное, с него начнем. Бог с ним. Попробуем раскочепарить его. Ну, что ты там? О, молодец, промахнулся. А вот этот гаденыш все за свое, все за свое. Кривоклык хочет, ребята, уничтожить меня. Я на это не подписывался. Как там, друзья мои, растение против зомби-героя поживает? Запустилось или нет? Никто не писал мне пока еще что-то в комментариях. Блин, надо нам этого кожемяку как-то быстренько ушатать. Сейчас начнет тут. Он прикольно, когда рот открывает, такое ощущение, как будто у него во рту просто лава разлитая. Смотрится прикольно. Так, ну что, водорез, давай. Не буянь. Так, молодец, что промахнулся. Прям красавчик. Прям на руку мне сыграл. Так, ну что. Ушатываем. Последняя, третья волна. Ага. Вот, значит, как вы, да? Я, наверное, тогда начну вот с этого. Попробуем его в первую очередь разбомбить, а там уже начнем заниматься и этим ледничком, так скажем. Хильнемся, наверное. Так, мне главное, чтобы он не накопил себе энергии достаточное количество, потому что если он сейчас заморозку свою врубит, будет, блин, очень плохо. Поэтому, надеюсь, этого не сработает у него. Все, делаем на него слепоту. И можно сказать, что он полностью наш, друзья мои. Почему? Ну, потому что он будет промахиваться 2 хода. А мы в этот момент, естественно... Подожди, не будем рисковать. Офигеть, не будем, говорю, рисковать. И потратил все равно. Надеюсь, ушатаем его, успеем. Да, ребят, все отлично. Так, ну что, крутанули и забрали с тобой рыбу. Причем очень мало рыбы нам дали. Зато получаем 100 рун. Замечательно. Так, друзья мои, вот у нас 3 еще остается. Это, предположим, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 2 отката нам нужно будет тогда покупать за руны. Сколько волн? А, ну тут хотя бы 2 волны, ребят. Это уже упрощает. Правда, такой динозавр странный. Такого я еще не видел. Такой, по крайней мере, мне еще не попадался. Давай, наверное, мы ему броню собьем. А хотя мы его и так бы завалили. О-хо-хо-хо-хо-хо, да ладно, серьезно что ли? Офигеть. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Блин, они сейчас все будут ходить. А этот еще со своими 100% будет лаву извергать. Нет, он уже не будет ничего извергать, потому что... Или будет? Нет, не будет. Ему нужно будет... Он, по-моему, с 2 энергий, да? Лаву-то свою извергает, насколько помню. Вот это, ребята, видел? Подфризивало. У меня такое ощущение, что игра может вылететь во время поединка. Вот после обновы всегда такая ерунда, ребят. Я не знаю, почему. Вот как только они... Сейчас фаербол плетит. Как только они обновляют игру, начинаются вот эти вот косяки, блин. Подглючивать, подлагивать. Спустя там, наверное, 2-3 дня уже начинается стабильно играть. Вот он фаербол свой выпустил. Но он последний, так что, ребят, не переживаем по этому поводу. Я его уничтожу. Ну что же, у нас следующая рулетка. И мы с тобой забираем 150 миллионов древесины. Понятно. Так, загадочный пак в карман. И у нас, друзья мои, мини-босс.
Мини-боссик. Давай смотреть, сколько, во-первых, волн. Меня вот это интересует. Если три волны, да и мини-босс, это будет, конечно, фигово. Очень фигово. Твою налево, ребята. Я ненавижу, когда три волны, еще и мини-босс, блин. А еще, как всегда, дают, блин, топовых этих. Ну, посмотри, это стражники. Мы сейчас замучимся тут с собой бомбить. Мы их разбомбить-то разбомбим, но у нас здоровья останется очень мало. А тут три волны, и так вот потихоньку будут они нас разбирать. Так, кривоклык, ушатывай, отлично. Отлично. Минус один. Так, ну если что, я еще, ребята, успею хильнуться, наверное. О, тем более, если когда он промахивается вот так. Слушай, пока не буду. Пока не буду, потому что, ну, здоровье вроде более-менее еще есть. Вот сейчас он отнимет у нас. Вот после этого поединка уже можно, ребята, и залечить свои раны. Так, водорез. Ага. И два штормореза. Причем штормореза красные. Понижает мне что? Правильно, ребят, понижает он мне атаку. Да угомонись ты, лезешь-то, а? Неужели они сейчас все сюда будут бомбить? Ты посмотри, что творит. Блин, ребят, надо срочно его лечить. Давай этого так захлопаем. Пускай они тут между собой разбираются, так скажем. Давай фаербол, как ты любишь делать. Ишь, не стал. Не стал жучара делать фаербол. Тогда вот так вот и добиваем. Ну что ты там смотришь на меня своим лиловым глазом? Отдупляться тебе пора, парень, понимаешь? Отдупляться. И последнее. Так, зашибись, тут два мини-босса, ребята. Смотри, какой яркий чувачок. Что же сделать? Давай, наверное, мы с тобой сделаем следующим образом. Опа. А успею ли я вылечиться-то? По идее должен. По идее, ребята, я должен успеть вылечиться, потому что сейчас будет ход. Но тут-то все равно пониженная броня. Они сейчас будут лупить сюда. Этот... Ой, еще супер атакой. Выжил. Он выжил каким-то чудом, ребят. Но это ненадолго, как ты понимаешь. Его сейчас все равно, ребята, ухоркают. Они все равно его ушатают. Они... А, нет, смотри-ка, кривоклыка начал бить. А этот вот неугомонный все-таки в барсика моего. Давай сделаем так. Одного хотя бы ушатаем. Это все равно последняя волна, ребят, так что можно особо не переживать. Ну, да, подобьют они, скорее всего, барсика мне. И то не факт. Повезло тебе, барс. Но у нас очередное колесо, и мы получаем с тобой уже, ну, почти 200 миллионов рыбы. И еще один, ребята, пак. Ну, это ареновский, открывается он, по-моему, сразу, насколько я помню. Так как он еще содержит новичков, так что... Вообще дешманский. А вот как мне... Ну, придется докупать... Сколько? Три волны, да? Он здесь один. Ну, первая волна, короче, проходит у нас на изи. Первая волна у нас проходит на изи. Так, вторая. Ага. Ну, давай, наверное, с этого. Блин, он еще, ребята, и дамагер. Он будет пережевывать нас очень быстро. И мучительно. Сейчас на барсика нападем. А, нет. Не на барсика. Тогда давай так сделаем. Через хилочку. Правильно, мы его подбили с тобой. И добиваем пристиголового. А вот последняя волна. Такс.
Ну что, начнем с креветок. Блин, смотри, как классно выглядит креветок, ребят. Я видел черных, я видел каких там у нас синих. А это прям так выглядит очень даже красиво. Такой с желтыми вставочками. Нормально. Так, у него 3 энергии, сейчас молнией бомбить будет. Офигеть. Офигенно он бомбанул, ты посмотри. Просто большую часть здоровья тюх, снесло. Вот так вот. Креветы всегда, ребята. А вот этот, который, знаешь, делает свою массовую атаку электрическую, так это вообще имба какая-то. Там просто прожаривает всех. Ну что, добьем его? Конечно. Ну, понятно, понятно, что нам тут выпадает. Ну что, ребят, нам надо как-то вперед. 65 и там 65. Ну, что ж поделаешь. Главное пройти его. Если мы сейчас начнем фейлиться, вот это будет беда. Блин, 3 волны и сразу 3 их. О, вот это вот, ребят, вот здесь у нас начнутся с тобой колоссальные затраты. Просто колоссальные затраты сейчас будут. Сейчас они будут мочить тут, влуплять по полной программе. Ну, если, конечно, они будут так промахиваться, это только мне на руку. Но дебафят. Дебафят хорошо, ребят. Тут, видишь, сам понизили атаку. У этого ХП мало. Надо лечиться срочно. Срочно надо вылечить наших драконов. Да в плане, он еще и выжил, а? Ты посмотри. А что он делает на полной мощах, интересно, а? Какая у него суператака? Я не знаю, я, ребят, хильнусь лучше. Лучше хильнуться лишний раз. Как говорится, спокойнее будет. Ну что, наверное... Блин, я мышку теряю порой. Не вижу, где она, блин. Да давай, наверное, вот так вот его добьем втихушку, без применения суперударов. Ёк-макарёк. Вот эти 2 опасных, конечно. Но вот это, по-моему, опаснее всех. Они тут все опасные, ё-моё. Это же босс. Подожди, а с какого перепуга босс делает на втором этапе? На второй волне? Они обычно всегда на последней. Непонятно, если честно. Этого надо, наверное, знаешь что, ребят? Этого надо будет в слепоту брать. И желательно быстрее. И не спрашивай, зачем, почему. Смотри, как мы его атакуем. Да, через пониженную броню мой кривоклык ему задаст жару. Давай, добиваем. Ах ты, жук. Ну и 3-я волна. Ёпарас. Нифига вы тут команду смастерили. Ой-ой-ой-ой-ой. Матриарха сюда воткнули. И этого штормореза, блин. Точнее, ветрокрыла. Они хотят барсика мне, да, вольнуть? А мы сделаем, наверное... Не буду я так делать. Просто вот так закусаем его. И сделаем, наверное... А, как тут? Давай вот так, наверное, сделаем. Ну. Урон, конечно, он получает, блин, ничтожно малый. Просто ничтожно малый.
Так. Есть контакт, друзья мои. Разнесли мы этого. Теперь остается у нас громобой. Так, у нас остается громобой. Но он сейчас, конечно, тоже, наверное, ребята, сделает свою суператаку. Скорее всего, так оно и будет. А, нет, смотри, он хильнулся. Он хильнулся, ребята, и повесил на себя, застакал броню. Нет уж, снимаем броню. Мы ее не снизили. Мы ее только сняли. Снизить это надо еще, ребят, бомбить. Ну-ка. Ах ты. Ну все, до свидания. Так, рыба 750, то есть рыба у нас фул. Получается, полностью. Забираем ареновский пак. Это у нас содержит строительных. Ну, мы его опять же здесь открываем. Смотрим, что нам тут выпадет. Шторморез, громоль, душитель, кревет, громобой, громорог, кривоклык. Во, пещерный скалотряс. Давно, ребят, не выпадал. Да, придется еще тратить. Придется еще тратить, чтобы нам допройти это событие. Потому что больше нету, ребят, вариантов. 15 часов ждать, но я боюсь, я просплю. Поэтому решил вот так, навскидочку сегодня пройти. Ну что, тут, друзья мои, вот из этой компашки самое опасное идет чудовище в данный момент. Он очень жестко бьет. Поэтому в наших интересах его как можно быстрее запинать. Он еще и разбирается хреновенько, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, замедляха. И тот рад стараться. Ты. Блин, сейчас, ребята, сейчас звезданет куда-то. Будет больно. Ха! Слушай, это фартануло, ребят. Да в плане, блин. Ну как так-то, а? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неужели сейчас фиаско? Ау, черт. Ребята, нам надо... Блин, какой-то, я даже не знаю, ребята. Он сейчас, если он сейчас куда-то бомбанет, куда не нужно, нам кранты. Нет, пока живем. Пока живем. Блин, успею ли я его ушатать, блин. Или воспользоваться. Давай воспользуемся, наверное, все-таки сделаем как. Так, что ли, сделать это? Ну. Ну, хотя бы понизили атаку ему. Уже плюс, ребят. Давай, давай, добей его, пожалуйста. Да ну нафиг. А, нет, это не последняя волна, друзья мои. Это не последняя волна. И вот сейчас-то он звезданет. Он сейчас звезданет, ребят, своей атакой. Блин, нам повезло, что он ударил сюда. Если бы он... Да вы охренели, что ли? Ёпарасоте. В плане у вас там здоровье отнимается, как не знаю у кого. Эй! Смотри. Зашибись. Слушай, одно радует, что отнимает не очень много. Вот этот бомбит, да. Мне опять придется тратиться. И все на барсика лезут. Ты посмотри, и съедает, естественно, энергию, ребята. Съедает просто. Что, давай вот этого, наверное, продолжать бомбить. Тут, я не знаю, наверное, понижалку ему сделать. Потому что все равно они энергию слупят всю. Мы ее тут не успеем накопить даже. Поехали. Пока у него броня пониженная. Но одного мы с тобой сейчас уничтожим. О, промахнулся шикарно. Есть. Ну, с одним, ребята, нам проще будет справиться. Ну да. Были своего рода, ребята, траты, конечно, не спорю. Но без них бы я не прошел бы.
Если бы я не стал бы там отхиливаться и тратить прилив сил, поверь, меня бы распетрушили бы здесь. И мало того, что мы с тобой руны потратили бы зря, ну и еще бы пришлось откаты делать. А так все шикарно. До свидания, дядя. Ну что, крутанули, забрали древесину, я так понял. И забираем с тобой пак. Что там за пак-то у нас такой? Никак не вижу, не видно мне, что там за пак. Так, у нас тут еще Йохан стоит. Ничего там у нас нету. С тобой-то что делать? 350. Ребят, Беззубик получает 102 уровень. Отправляется он у меня на тренировку. Он у меня пошел на тренировку. Так, мы заберем с тобой здесь пак. Шторморез, древоруб, кривоклык. Опять кривоклык выпал. Шикарно. Здесь мы с тобой заберем наш ежедневный пак. Бесплатный, конечно же. Шторморез, древоруб, кошмарный пистеголов. Тут маленечко ресурсов. Так, давай заюзаем наши. О, еще, ребята, одна эмблемка. Слушай, это круто. Это, ребята, круто. Да что ж так фризит? Ну не могу прям, ребят, ну прям раздражает, а. Вот когда резко прям вот так вот нажимаешь, чтобы резко пролетело, оно начинает лагать, игра. Так, лети за древесиной. Так, блестящий янтарь, 4 штуки. Больше, по-моему, у нас нету, да? Нет, одна есть штучка. Мы ее ставим на обмен и вот здесь вот забираем с тобой тоже награды. Так, интересно, что тут выпадет. Мне кажется, либо руны, либо яйцо. Пак. Что за пак приключения? Так, так, так. Лезвие крыл. А, ну это у меня такой был, по-моему, есть. Разместить в ангар. Да, в ангар. У меня в ангаре уже, наверное, место, ребята, ну, переполнено. Так, дай-ка, наверное, здесь заберу. Ребята, глянуть хочу, что серия испытаний. Громоль защитник. Эксклюзив, ребята. Он, кстати... Он, кстати, очень, ребята, дорого стоит на рынке. Ну, не на рынке, а есть его... Так, подожди, у нас тут по максималке, да? Давай заберем здесь. Так, кошмарный пистоголов, шторморез, шепот смерти. Ну, древесина у нас пока фул, поэтому я... Забрать ничего не могу. Так, этого надо отправить. Пускай летит. И вот здесь вот смотрим. Ну, понятно. Либо костолом, либо тусклый янтарь. Все-таки тусклый янтарь, да? Ладно. Ну что, отправляем их в приключения. Может, за 200, ребят, посмотреть? Давай за 200 отправим, посмотрим, что он там, ребята, есть. Ты скажешь, ты, Рэй, совсем приборзил, да, ребят? Я что-то приборзил маленько. Захотелось мне почему-то хоть раз отправить на дорогущий его. Это хорошее, наверное, яйцо, ребят. Хорошее яйцо должно было быть. Так, ну здесь руны, 100%. Тут одна из рун. Тут даже к бабке не ходи. Выпадет одна из рун. Самое маленькое количество, да? 9. Так, Громгильда, тебя тоже отправляем. Вот тут, ребята, еще есть Сноуглот. То есть вот такие награды тут. Ну, 350 это уже будет борзота с моей стороны, ребята, если я еще отправлю такого же.
Купим-купим, да, и тут так с барского плеча. Этому на 200, этому на 350. Нет, перебьются. 200 аж. 4 награды. Так, вымпелы. Загадочный пак. Ага. Так, еще 500 вымпелов. Весенние, вымпелы весенние. И прилив сил. Да, прилив сил не помешает, ребят, потому что сегодня у нас был знатный такой слив. Именно по приливу. А я пока отправлю вот этого паренька за железом. Так, по-моему, вот этот тоже хочет. Секунду, у меня не хватает. И тут маловато. Тогда отправим его просто. Пускай летит. Бремя гнильца. Чуть-чуть не хватило, чтобы его качнуть. Так, друзья, по-моему, на сегодня все. Завтра, надеюсь, получится у меня зайти. И я, честно говоря, не помню этого события. Не завтра, ребята. Тут один день, 22 часа. Это двое суток ждать. И останется нам на прохождение всего лишь трое суток. Ну, я думаю, что, наверное, успеем пройти. Да. Ну, а на сегодня, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.